Вот хочу вам показать очень хорошее мое собственное изобретение. Вот на этом кресле практически приходится сидеть очень долгое время. Очень многие люди работают в таких креслах с утра до вечера. В офисах и везде, везде, везде. Кто-то дома. Вот я, например, за интернетом. Что здесь такое? Показываю. Значит, это снимается. Вот это планка. Вот в таком положении. Здесь сделаны специальные упоры, чтобы она сюда ни вправо, ни влево не уходила. Вот в таком положении, когда вы сидите, происходит массаж позвоночника. Вы сами почувствуете, как надо двигаться вправо, влево. Потяните ноги правую, левую. У вас будет постоянно это в течение дня происходить. Позвоночник будет в расслабленном положении. Это очень острое ребро получается. С этим надо осторожненько, чтобы не повредить позвоночник. Если вы хотите попроще, чтобы было, вот широкой стороной, тогда гораздо все проще. Далее, значит, вот здесь есть еще одна насадка, вот такая. Она вот сюда вставляется. Вот с помощью этого ребра вы уже массируете лопатки. Вот. Она держится прекрасно, когда вы опираетесь вот так на кресло. Вот этими гранями массируются лопатки и сам позвоночник, уже верхний отдел позвоночника. Но и это еще не все. Значит, я еще сделал вот такую вещь для шеи. Вот видите? Вот. Вот этот набалдажник, он как раз является самым главным звеном, вишенка на торте. Вы садитесь, у вас идет массаж позвоночника и плюс еще массаж шеи. Ну а если вы меняете, значит, опять на вот этот элемент, тогда массаж позвоночника и массаж лопаток. Все это не мешает вашему процессу трудовой деятельности. Вы как работали, так и работали. Наоборот, увеличится продуктивность ваша. Вот. Вы почувствуете, через неделю вот такого тренинга, вот такой работы, совсем почувствуете себя другим человеком. Вот так. Желаю всем здоровья. Пока-пока.